Нам нужен воздух. 2 года мы как угорелые работаем в этой конуре. Андрей хочет жить с отцом. Ах, мой мальчишка. Он несчастен со мной. Моя работа — сделать его счастливым. Поэтому мы идем в путешествие. Сейчас. Сейчас? Да. Нам нужно пропустить эту семью. Мы все вчетвером едем в отпуск. Приключения. Лучше умереть. Уже почти конец, дорогая. Ты немного недоволен, но я тебя знаю, тебе понравится. Мы не поместимся вчетвером в этой штуке. Поэтому это. Мама! На счету 876 евро. Так что нам этого будет достаточно в неделю. Актер. Мы создали музыкальную группу, да? Нам нужно придумать название. Нам нужно что-то звучное. Семья воссоединилась? Это ужасно. Так, вы здесь. Репетиции, физическое насилие. Это уже слишком. Нам нужны друзья, которые сбежали. Я уса. Он так надоедает. Но ты заткнись. Ему 15, такой возраст. Ему свободу. Если я отпущу, он убежит. Но нет, он не убежит. Иногда мне не хватает мамы. Мне все же лучше с отцом. Потому что ты здесь? Ах, я нашел. Хендрикс. Кто это? Ему это нравится. Ему это не нравится признавать, но ему это нравится. Вот Хендрикс.